Всем моим подписчикам, всем моим друзьям виртуальным и реальным огромный-огромный привет! Не пугайтесь, что вы увидели в названии видео такую интригующую тему. Я сегодня всего-навсего решила снять видео про постельное белье. Для тех, у кого так же, как у меня, возникает часто вопрос, где купить постельное белье бюджетное по цене, радующее глаз, при этом подходящее по размеру, то это видео будет именно для вас. Хочу сказать сразу, что я купила это постельное белье за свои деньги, мне ни в коем случае не присылали его на обзор, поэтому я расскажу именно о своей личной покупке. Я заказала это постельное белье на сайте Мегатекстиль. Ссылочку на этот сайт обязательно сброшу в инфобоксе. Как я вышла на этот сайт? Когда-то я заказывала себе постельное белье у своего знакомого из Иваново. Он просто лично сам ездил туда, и до сих пор он занимается этим постельным бельем, но когда получится у него эта поездка, чтобы набрать ему много заказов, я не была уверена, готова ли я ждать. Мне хотелось получить постельное белье как-то пораньше. Поэтому я набрала постельное белье из Иваново в интернете. Мне выпал в списке один из сайтов, который был именно вот Мегатекстиль. Я зашла туда и нашла для себя огромный выбор. Причем из разных материалов. Ну, я для себя, конечно же, в первую очередь смотрела бюджетный по цене и тот, что я уже брала, именно материал постельного белья, которым осталась очень довольна, это бязь. Я решила заказать именно, опять же, из бязи и заказать семейный комплект постельного белья, потому что там идет большая простынь, у нас двуспальная кровать. Там идут стандартные наволочки, и там идет два пододеяльника, но по размерам они подходят именно на наше большое одеяло. Я не скажу, что у нас огромное одеяло, но я считала, что оно двуспальное. Но вот в семейном комплекте постельного белья именно пододеяльник подходит вот на наше большое двуспальное одеяло. Не знаю, почему так. Размеры там все указаны, поэтому для тех, кто именно подбирает под свои пододеяльники, на свою кровать простыни, наволочки на свои подушки, то по всем размерам вы сможете определиться, какой вам комплект выбрать. Либо полуторку, либо евро, либо двуспальный, либо семейный. То есть все варианты на любой вкус вы там найдете. И, конечно же, по материалу вы сможете определиться, располагаете ли вы деньгами взять что-то более комфортное для себя. Но я вот уточнила у своей свекрови, поскольку мы когда приезжали к ней в гости, она нам застилала кровать именно постельным бельем из материала поплин. Но она вот меня проконсультировала, что оказывается, поплин тот, который покупаешь именно ивановского производства, он немножечко более нежнее, чем бязь. А вот если ты хочешь уж совсем вот приятное на ощупь постельное белье, нежное, тоненькое, то это должен быть, конечно же, французский поплин. Я не рискнула заказывать по таким ценам французский поплин или еще что-то. Решила, так как я консерватор по натуре и люблю что-то вот классическое, уже испробованное, изведанное, я решила заказать, конечно же, бязь из Иваново. И, ломая голову во всех расцветках, которые там присутствуют, я подумала, ой, не буду я вот всякие там розы или еще что-то, лилии брать. Думаю, возьму что-то касаемо орнамента. И я взяла себе вот такой вот комплект постельного белья из бязи. Называется он роскошный. Выглядит вот так вот на картинке. Вот так он выглядит в упаковке. Ну а уж как это постельное белье поведет себя в дальнейшем, то есть после нескольких стирок, не полиняет ли оно, не
станет ли эта ткань более тонкой в первом своем постельном белье, заказанном из Иванова, я не разочаровалась. Мы уже много раз его стирали. Оно немножечко более тусклым стало. Но, знаете, уже столько стирок прошло оно на своем веку. Поэтому, конечно же, сам Бог велел ему потускнеть немного. Но все же оно не линяет. Оно осталось таким же плотненьким по качеству. Я люблю более плотненькое постельное белье. Расскажу в дальнейшем, в одном из влогов постараюсь, конечно же, вам добавить вот эту информацию. Конечно же, всех, думаю, интересует цена вопроса, во сколько мне обошелся этот комплект, как его заказать. Данный комплект обошелся мне в 2000 рублей. Вот у меня даже существует квитанция. Все документы мне вложили в мою посылку. Сам комплект стоит 1770 рублей. Судите сами, две наволочки, два пододеяльника и одна большая простынь. И доставка 230 рублей. Я живу в Тверской области, непосредственно рядышком с Московской областью. Вы заказываете на сайте комплект, который вас интересует. Менеджер обязательно вам перезвонит по телефону, который вы укажете в заказе. И с менеджером вы уже обговорите детали оплаты, либо непосредственно при получении на почте. Я же оплатила данный комплект банковской картой на координаты, которые мне менеджер указал, сбросив в счете на электронную почту. Данный комплект шел до меня буквально дней 5, наверное. То есть я считаю, достаточно быстро. И при этом для меня было очень приятным, когда мне еще указали код для скидки 5%. При этом, чтобы воспользоваться этой скидкой, мне нужно при следующем заказе в графе «Бонусная карта» ввести данный код. Причем данный код действует неограниченное количество раз и для своих зрителей, для своих подписчиков, либо для зрителей, которые просто случайно заглянули на мой канал и смотрят видео на интересующую их тему. Конечно же, в инфобоксе вы сможете найти тоже этот код и воспользоваться при заказе комплектов постельного белья, если таковые комплекты именно вас заинтересовали. А я в надежде, что компания из Иваново Мегатекстиль увидит мое видео и отблагодарит меня подарком. Вот такая вот я нагленькая. Хотя мне обещают в следующий заказ обязательно вложить махровое полотенце, если я на их сайте сделаю отзыв. Но я думаю, что я сделала больше, чем отзыв не на их сайте, а на своем канале. Думаю, что гораздо, может быть, больше зрителей и гораздо больше желающих, увидя этот отзыв, сделают свои заказы. Так что я надеюсь на какой-нибудь подарок. Компания Мегатекстиль, услышь меня, я намекаю тебе о подарке в мой адрес. Я думаю, что, может быть, кому-то я помогла, кто также мучился выбором, где заказать постельное белье. На этом я с вами прощаюсь, так как у меня подошло время кормления сына. До новых встреч на моем канале. Сладких вам снов на приятном постельном белье. Пока-пока!